Алма-Ата. Бывшая столица нашей страны. С великой историей и большим будущим. С населением около 2 миллионов человек. И мы среди них. И каждый из нас, пребывая в поисках самих себя, не задумывается о том, есть ли в этом смысл. Привет. Нет. Наверное, показалось. Ну, привет. Не ожидала от тебя такого приветствия. У вас все так здороваются? Это ты мне? Я не пойму, это розыгрыш, да? Я повелась. У-у-у, где вы? Я — это ты, только в другой вселенной. По интроку мне сообщили, что ты меня ищешь. Что? Не может быть. И где же ты? Мы живем в обратном времени. Мы никогда не сожалеем, потому что можем жить в том времени, в котором хотим. У нас нет грусти, нет печали. В каждом живет кусочек счастья, и мы знаем, что создаем это сами. Я просто хочу напомнить, что ты — это ты, пока веришь в меня. Знай, здесь время быстротечно, но в тебе есть вечность. Я и представить себе не мог, что будущее будет таким. Никому не известно, как Вивальди создал времена года или Толстой «Войну и мир». Но знаем точно, что самое прекрасное рождается в диалоге с самим собой. И, наверное, одно из таких прекрасных творений пылится и у тебя на полке. Точка.